yo a María Félix lo único que tengo que decir es que la fue la mujer más bella que existió en México, la que nos representó en todo el mundo, la que nos llevó, que nos dio a conocer a todos los mexicanos por su belleza, por su inteligencia, porque era una mujer muy inteligente y muy bella. Добрый день, друзья, меня друг, ее зовут Лин Мэй. Ну, это псевдоним сценический, это одна из знаменитых мексиканских ведет, танцовщица, которую уверяла, что у нее был роман с одним из президентов Мексики, кстати. Она не так давно сказала, что она забеременела, 68 лет. Но выяснилось, что это просто была заява хайпа ради. Что произошло с ее лицом? Она хотела сохранить молодость и обратилась к специалисту, которая вколола ей детское масло. Вот с тех пор она борется с последствиями этой пластики. Так что, девушки, женщины, дамы, видеты, танцовщицы, будьте поаккуратнее. Обращайтесь только в авторизованные клиники.